Целимальские воронки в минувшее воскресенье собрали заядлых рыбаков с ближайших окрестностей. Открытый чемпионат по рыболовному спорту сегодня популярен среди мужчин, женщин и семейных команд. Участники съезжаются к месту событий, кто на машине, кто на снегоходе. Все в полном обмундировании. Сидеть придется долго, да и погода не балует. На мангале уже жарится шашлык. Участники рыболовы голодными точно не останутся. Нужную площадь, где будут проходить соревнования, огородили флажками. Испробовав буром лед, оказалось, что он достаточно толстый, около 2 метров, поэтому с лунками пришлось повозиться. Сейчас, вот когда вы здесь находитесь, возле ваших лунок, проверят содержимое ваших рюкзаков, в ящиках, что у вас находится, чтобы не было никаких претензий, что кто-то достал рыбу откуда-то. Несколько минут перед стартом нужно участникам объяснить правила. Но стоит судьям дать сигнал, и рыбаки срываются с места. Соревнования начались. От начала прошло всего несколько минут, и вот первый счастливчик тянет уже вторую рыбину. Подходим ближе к довольному рыболову. Он рад поделиться с нами своей удачей. Пару секунд, уже 2. Вы волшебник, что ли? Да, я тут колдую. Поделитесь другими секретом. Что вы там говорите? На жирного оленя, вон, жирное оленя мясо. Да вы что? Да. Не жалко денег-то было на оленя? Нет, у меня свои олени. Ой, здорово. Слушайте, а вот какую рыбу можно поймать в такую погоду? Любую рыбу. А муксун запрещенный можно поймать? Нет, конечно. Почему? Тут нет муксуна. Да вы что, как жаль. А щекор есть жирный? Щекора тоже нет. Да кто здесь щука, есть? И тут ерши, окуни. А щука? Щука по-любому есть. И клев хорошо идет или не очень пока? Ну пока да, я вот за 5 минут даже, может меньше, 2 вытащил, сейчас пока тишина. У Юрия Лаптандыр из Панаевска клев тоже идет неплохо. 2 ёршика уже лежат рядом с лункой. В качестве приманки мужчина использует обычных червей. От него мы и узнали, чем и как подкармливать будущую наживку в домашних условиях. В такую погоду удобно рыбу ловить? Ну да, я вот люблю рыбу ловить. Погода, в принципе, она не важна. Участие вот, просто захотелось. А говорят, что вот когда ветер сильный, рыба вся уходит вниз, ее не достать. Не знаю даже. Хорошо. А вы сегодня на что ловите? На червя. Где вы взяли червей? У меня дома ведро стоит. Я уже готов уже к рыбалке всегда. Ага, то есть вы их как-то храните или вы их выращиваете? Банановой кожурой кормлю. И сколько черви живут? Они у меня уже живут. Сколько я вот ведро мне дали? Уже 1-2 месяца. Слушайте, а ваши домочадцы не пугаются их? Они у мамы стоят. А жена боится. Часики тикают. Тем временем участники соревнований терпеливо просиживают возле своих прорубей и ждут, когда долгожданная добыча попадет на крючок. Но погода портится, и клев становится хуже. Мария Филипповна приехала на рыбалку из Аксарки. На этом месте ловит рыбу впервые. Женщина надеется поймать хищную щуку. Вот и удочка специальная с блесной. Ну, блесны у меня большие. А без блесны можно ловить? Без блесны? Нет, конечно, конечно. Если простая удочка, то ничего хорошего не поймаешь, да? Ну, я ловлю, вон, видите, какие. Ну-ка, покажите нам, пожалуйста. Специально, большими. А что, что это вы... щуку я ловлю. А что ловим. Они дают, вот эти блесна? Ну, блесна – это блеск, чтобы блестели там. А, то есть она видит, что-то блестит? Ну, видят, да? Они блестят, и их хватает, и специально. А тут что-то не ловится, рыбы что ли нету. А думаете, погода как-то влияет на рыбу? Конечно, влияет, очень влияет. Оно же вниз уходит, рыба вся. Глубину. Клуб уходит. Вот и Олеся Лар считает, что в такую погоду рыбу ловить тяжело. Девочка заметно замерзла, но терпение и выдержка побеждают. Олеся рыбачит с 9 лет. К этому занятию ее приучил папа. Поэтому девочка хорошо знает, в каком месте будет клевать лучше. Ты кого-то поймала? Да, 2 ерша. 2 ерша поймала? А другой рыбы здесь нет, как думаешь? Нет. Надо было повыше поехать, там бы побольше было рыбы. Ага. А здесь водятся только ерши, по-твоему? Да, только ерши. А ты здесь раньше рыбачила? Ну, нет, вроде. Но я не помню, в прошлом году вроде бы здесь рыбачили.
Слушай, ты себя так, ты так уверенно держишься, прям как заядлый рыбак. Да, я уже не в первый раз езжу на вот эти вот рыбацкие соревнования, да. Уже как 3 или 2 года. И так я с папой иногда по выходным езжу. Семейная команда Ануфриевых, как и все, приехали порыбачить и попытать счастье. Алексей сегодня за главного. Сосредоточенно следит за клевом. Рядом расположился его отец Максим. Он принес шашлык на перекус. Но мы тут как тут. А вы на шашлык рыбу ловите? Да, да. На шашлык. Как клюет? Еще не клюнуло пока. Странно. Вы знаете, в той стороне на оленье мясо уже 2 штуки поймали. Да, везунчики. Ну а если серьезно, на что ловите? Ну, сын у меня здесь рыбачит на блесну. На блесну? Да. А вот расскажите, вот когда ловишь на блесну, то есть там вот что-то туда на крючок вешать не обязательно? Нет, нет, она сама там играет. Вот видите, он дергает. Алексей, расскажи, как рыбачить. Ну как, клюет? Нет пока, надо сначала надеть крючок, потом растянуть в леску, потом тянуть вот так, как я тяну сейчас. А кто тебя рыбачить учит? Папа. Получается? Да. А ты только вот на зимнюю рыбалку ходишь? Нет, я в отпуске еще рыбачу. Подледная рыбалка в самом разгаре. Конечно же, мы тоже не смогли остаться в стороне и решили попробовать. Но вот что я скажу по своим личным ощущениям. Это достаточно сложно, потому что лунка все время забивается снегом, который летит со всех сторон, и ее надо постоянно очищать специальным черпаком, иначе рыба не подплывет близко. Это первое. Второе. Для этого дела нужно много терпения. Ну, это всем известно. А когда еще на дворе зима и очень холодно, то терпения нужно вдвойне больше. Ну, в принципе, я новичок в этом деле, однако же мне сегодня не везет. Так и хочется сказать, здесь рыбы нет. Это что за рыба? Что за рыба? Я поймала рыбу! Не на удочку, а черпаком, но все-таки. Зря я сетовала, моя рыба сама меня нашла. Выплыла на поверхность, тут я ее и вытащила. Рыбка маленькая, зато сколько радости. Настало время узнать, кто попался в мои цепкие руки. В ихтиологии я не силен, поэтому не знаю даже, честно. Селедка, наверное. А почему так блестит? Посмотрите, она очень красивая, по-моему, да? А мне будет за нее какой-то приз? Ну, наверняка, но это надо главному судье соревнований подойти, Ермакову Алексею Ильичу. Может, ее лучше отпустить? Да уже поздно. Подскажите, пожалуйста, я рыбу поймала. Это кто? Я даже не знаю. А может быть такое, что я омуль? Поймала неведанную омуль? Ранее рыбу? Алексей, что это? Омуль? Так что это? Щекуренок маленький. Сказали, здесь щекур не водится. Да ну, почему не водится? Длинная, ну похожая, малек есть малек, конечно. Может быть, судьи не знают всех видов рыб, которые водятся в реках Ямала, но они точно знают свою работу. Все это время, пока идет рыбалка, арбитры прочесывали периметр несколько раз. И неспроста. Да, для начала мы все собрались, сверили свои часы, чтобы обозначить, кто первый выловил рыбу. Потому что есть специальная номинация на эту, кто первый выловит рыбу. Так, далее мы смотрим, чтобы участники не обменивались рыбой, не подкидывали друг другу рыбу. Вот сейчас еще сейчас важный момент, потому что сейчас заканчивается практически все. И мы будем смотреть честность, как бы, потому что будет взвешивать рыбу все. Кто больше выловил, тот и как бы победил. Кто-то победил. Поэтому здесь надо тоже следить. Ну, в принципе, я думаю, что все честно сидят упорно без этого. Нарушений вы не обнаружили. Нарушений мы не обнаружили. На соревнованиях по рыболовному спорту мы познакомились с заядлым рыбаком Сергеем Тимоненковым. Добродушный мужчина рассказал нам, что к рыболовству пристрастился с самого детства, а когда приехал на север, продолжил здесь свое хобби и подтянул своих земляков. Именно Сергей Тимоненков подал идею проведения подобных соревнований. Я как сюда приехал, инициатором всей рыбалки, вот это, что здесь организовывали, это я ее все здесь. Ну что, правда? Да, здесь я... Местные жители здесь никогда, говорят, мы не ловили на удочку. Я приехал, пробовать начал. И люди начали. И все, да? Вот пошло. Как сегодня рыбалка идет?
рыбалка идет хорошо, но плохо клюет. Это большое давление сегодня и ветер. Раньше мы здесь ловили, это года 3 назад, на одного червяка 6 мешков наловили. На вот. Одного червяка? Да, на одного червяка 6 мешков. Есть съемка у нас, мы также снимали на маленькую видеокамеру. Эта съемка у нас есть. А сегодня у вас какой улов? Маленький, о! Вот совершенно поймали, маленький. А кто это? Это ёрш. А кто здесь еще водится, кстати? Вся рыба здесь водится. А щёкру можно поймать? Ну, зимой редкость редкости. А муксуна запрещенного? Он уже ушел. Все, он уже в Новый Порт, он в тех районах обитает. Подлетная северная рыбалка – это занятие не для слабых. И сегодня ямальцы это доказали. Несмотря на сумасшедший ветер, многие приехали сюда, чтобы половить рыбу и заняться своим любимым отдыхом. Ну а судьи тем временем начинают подводить итоги. Зачетов несколько – мужской, женский, детский, семейный, а также номинации «Самая крупная и самая мелкая рыба» и «Первая пойманная рыба». Кроме этого, соревнования включали специальный приз от главы поселения Алексея Вахтомина. Его получил Игорь Терлеев. Первая пойманная рыба принадлежит Олегу Лаптандер. Самую маленькую рыбу 4 см 8 мм поймал Игорь Гичев. Он же стал первым в детском зачете. Самую крупную 92 грамма смог вытащить Вячеслав Худи. Среди женщин лучшей стала Ольга Акатета с уловом в 126 граммов. В семейном зачете первое место заняла семья Яковенко. Среди мужчин лучшим стал Сергей Бакшеев. Вы довольны результатом своим сегодня? Конечно, доволен. Но рыбалка не пошла сегодня что-то. А почему, как думаете? Погода, да, конечно, погода. Да. И сколько вы поймали? 66, что ли, там что-то. Штук? И 6. А, грамм. Нет, там грамм, что ли, не знаю, что там. Вообще любите рыбалку? Ну, мало поймал совсем. Ну, а получилось, что вроде как много. Да, ну, да. Вот видите. Я вообще не ожидал. Погода хоть и помешала плодотворной рыбалке, но настроение она никому не испортила. Потому участники, собравшись, поехали по домам, пообещав встретиться через год на следующем чемпионате по рыболовному спорту. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Ямальское телевидение, Салима.